Всем привет, это я, Ред Гивуль, и сегодня мы будем делать шаверму. Перед началом готовки, пожалуйста, подготовьтесь, возьмите перчатульки. Я, пожалуй, их прямо, ну типа, сейчас напялю. Вот, надев перчатки, мы готовы к готов. Но перед этим еще, пожалуйста, подготовьте вытираться, ну, как бы, руки, там, нос, вот это вот, все дела. Поехали. Для начала нам понадобится все-таки перед готовкой еще доска, там, вот это вот. Так, давайте приступим к готовке. Итак, первым делом вам понадобится лепешка, которую сварганите, там, украдите у бабки, я не знаю. Вот такая вот обычная лепешка вообще, ну, типа, простая. Ничего, никакого прикола, просто обычная лепешка. Ну, лепешка, короче, какая-то, вот. Так как, я думаю, все-таки мы, общество, в принципе, прогрессивное, я думаю, мы будем делать вегетарианскую, ну, типа, веганы. Поэтому нам понадобятся овощи. Ну, в принципе, как бы, ну, все, в принципе, как бы готово, да, ребят? Семечки тут вот всякие, вот, листики. Ну, веганство, веганское главное. Ну вот, в принципе, овощи-то и готовы, давайте их нарежем. Давайте начнем с огурца. Это все нам не понадобится. Ну вот, в принципе, огурец и готов, он нарезан. Можно теперь, ну я не знаю, убрать куда-нибудь его в сторонку. Аккуратненько так. Главное в этом деле не спешить и, в принципе, смотреть на то, что у вас получается. И главное, чтобы вам это нравилось. Это еще, кстати, одно из признаков готовки. Чтобы вам нравилось. А если вам не нравится, закажите пожрать. Нахуй вы, блядь, сидите это смотрите? Вы че, вообще умалишенные? Я не понимаю, или что? Ладно, давайте, время переходить к томатикам. Сука, нож нихуя не режет вообще. Да ну нахуй, давай дедовским методом, блядь. Насрать вообще. Похуй. Мы нарезали, настругали помидор и огурец. Время выкладывать. Но перед этим, обязательно нужно намазать, ну, как бы, соус. Мне кажется, у меня это геморрой выпал. Это так. Просто. Ладно, давайте мазать соус. Так, можно небрежно, вообще на похуй. Как. Мажьте как хотите, это не принципиально. Можете намазать, не знаю, другой соус. Просто, ну типа, главное, чтобы вам нравилось. Я еще раз повторяю, ну типа, чтобы вам нравилось. Мне это не надо. Так, давайте теперь выкладывать сюда ингредиенты. Ну, ингредиенты, в смысле, нарезанные наши овощи. Еще раз повторяю, вам должен нравиться этот процесс. Если вам не нравится, я не знаю, зачем вы начинаете готовить. Это дело такое, знаете, типа, главное, чтобы вам нравилось, все. Больше ничего не надо здесь. Так, ну, в принципе, мы выложили, можно еще положить листик салата. И, в принципе, еще один листик салата. А теперь давайте перейдем к главным ингредиентам, без которой, ну, типа, не обойдется ни одна шаурма, ни одна. Так как мы делаем шаурму вегетарианскую, шаверму, я не знаю, как там называете, как хотите, но она веганская, понимаете, веганская, вот, уже видно. Нужно добавить, ну, типа, немножечко главного ингредиента, и это будут мои пальцы. Ну, или пальцы моих друзей, свиней, там, коров, я не знаю, кого-нибудь там, кого угодно. Просто главное, чтобы были пальцы. Ну, в принципе, шаверма, или шаурма, или буррито, как хотите, называйте.
обретает уже, ну, такой более вегетарианский вид, знаете, вот, вот реально, вот еще чего-то вот прям, вот просится сюда, вот прям умоляет, чтобы я сюда добавил что-то, что-то, вот прям вот, чего-то прям реально вот не хватает еще, вот чего-то такого, да, ребята, правильно, 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 сейчас будет, еще пальчиков, еще колбасочек, еще мясных колбасочек, еще, чуть-чуть совсем, капелюшечку. Ну и в принципе уже, ну вот прям реально, вот прям похоже на шаверму, согласитесь, вот. Кто не согласен, тот не знаю, блин. Ну, блин, ну я не знаю, я бы схавал прямо вот так вот ее, вот. Ну съел бы прямо вот здесь, сейчас. Не ждал бы, пока она приготовится, но. Однако, нужно добавить еще кое-что вот сюда, вот в эту всю композицию, чтобы шаверма выглядела прям как шаверма, а не как... ну, конечно, прекрасное блюдо, но нужно добавить ведь вегетарианские предметы всякие, да? Вы согласны? Я согласен сам. Поэтому давайте добавлю еще что-нибудь сюда. Я думаю, все-таки классным дополнением сюда это будет лапша быстрого приготовления. Ну, типа, реально, почему бы нет, как бы, да? Ну, типа, реально, вегетарианское дополнение такое, прям, рот будет радоваться просто тому, что вы добавляете сюда. Ваш желудок скажет вам спасибо, а печень просто порадуясь, заплачет, я не знаю. Ну, в принципе, я думаю, ну, типа, вроде хватит, да. Кстати, шаверма уже выглядит, ну, как бы альденте, ну, типа, окей, отлично выглядит еда-то наша. А теперь надо добавить еще что-нибудь туда. Я бы добавил бычков каких-нибудь сушеных, я не знаю, но у меня их нет, поэтому я думаю, я добавлю сюда сыр. К слову, а почему бы я все-таки не добавил сыр-то? Кстати, надо бы, наверное, да, добавить сыр. Сейчас надо добавить сюда сыр. Добавим сюда все-таки сыр, да, реально. Надо, вот вегетарианское главное, веганы у нас что кушают? Правильно, всякую кисломолочку там, всякие овощи, фруктики. В принципе, сыр сюда как бы входит под описание вегетарианства-то. Почему бы нет, как бы, да, если да. Поэтому я думаю еще добавить немножечко листьев салата. Ну и в принципе, блин, ну как бы вроде бы, ну я думаю, я все закончил. Ну типа, а что еще сюда можно добавить? Я не знаю. Прекрасная шаверма у нас получилась. Получилась просто альденте. Окей. Просто прекрасно. Я бы ее сейчас прямо взял, вот взял просто и почухал бы, скушал бы. Взял бы в рот и начал бы ее жевать. Просто, было бы просто прекрасно. Ну да, а теперь, блин, кстати, ну ладно. Ну, давайте еще немножечко добавим всяких вот микро-макро-целлюлозы вот этой вот. Вот, теперь это просто прекрасно. Вот, кто согласен? Кто будет вот спорить со мной? Никто. Теперь это надо завернуть. Чтобы это завернуть, я воспользуюсь своими руками. Двумя руками. Что мы делаем? Мы берем один край и начинаем аккуратненько заворачивать ее. Не смотрим нормально, все хорошо, если она рвется. Все отлично, все прекрасно. Вот она, вот шавушечка, вот. Все. Она прекрасна. Этот шмякиш, эта штука, она прекрасна. Ну вот. Она готова, она прекрасна, она готова к употреблению. Шаверма-шаурма готова принять себя в рот, чтобы вы открыли свою пастьку и засунули ее туда. Давайте я ее попробую. Ребята, это прекрасно. Я не знаю, почему она разворачивается, в принципе. Но я кайфанул люто. А теперь, пожалуй, я пойду схожу в уборную. Потому что, ну, извините, мне не очень как-то зашла еда эта. Но все-таки, я думаю, вам понравится. Попробуйте, приготовьте. Сделайте это всей своей семье. Просто как концепцию возьмите и приготовьте. Главное, запомните, это вегетарианское. Шаурма или шаверма, как хотите, так и называйте ее. Она вегетарианская, вот что главное в ней, ничего более. Кстати, пальцы вкусные.
Ну и, в общем-то, ребята, вы меня поняли. Это прекрасный продукт, который может... Ну, вы можете сделать. Он легкий, он простой в освоении. Его очень легко готовить. Его очень легко и просто приготовить. Он очень вкусный. Ну ладно, ребята. В принципе, я приготовил вам шаверму, шаурму вегетарианскую, специально для маленьких каких-нибудь там фимбойчиков, мальчиков, таких стройненьких, знаете. Поэтому давайте подпишитесь там на канал, поставьте лайки под видеороликом, не забывайте писать комментарии там, что я могу еще приготовить, чтобы я мог еще заснять. И главное, подписывайтесь на, ну, типа, на канал сам, да, подписывайтесь там, вот это все дела. Всем пока! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.